Италия продолжает быть охваченной смертельным коронавирусом, и каждый день здесь фиксируют сотни погибших от его осложнений. Только в течение 18 марта здесь скончались 475 зараженных, что стало рекордным числом за всю эпидемию по всему миру. Едва ли не самой сложной остается ситуация в итальянском городе Бергамо, где накануне от осложнений вируса скончалось 93 человека. Местные издания пишут, что сейчас в городе просто негде складывать тело умерших, так как морги переполнены. Из-за этого гробы начали размещать в местных церквях. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, власти послали в город военные автомобили, на которых и вывозят гробы в крематории ближайших городов. Эксперты отмечают, что ситуация еще далека до стабильной и может быть куда хуже, чем в Китае, эпицентре распространения вируса. Дело в том, что суточное количество жертв от вируса в Италии уже заметно превысило максимальные показатели Китая. Власти страны ввели крайне жесткие ограничительные меры в связи с ситуацией. Здесь штрафуют людей за выход на улицу, а если они попадались на нарушение дважды, то им грозит тюрьма.